Всем приветики, с вами Юмилька, добро пожаловать на мой канал. Будем сейчас вместе смотреть клип, слушать гимн шпаны. Я видела отрывки стрима, как они его снимали, и интересно посмотреть, что же вышло в итоге. Let's go! Ну и заглядывай ко мне на Twitch. Я там иногда стримлю, вот. У меня не так ярко, весело и задорно, как у ребят, но все же приходи, будет лампово. Всем встать, звучит гимн шпаны. Позвольте, я посижу, ладно? Не сочтите за неуважение, но... Уф-уф. Дерзко, как всегда, качается на спорте. А что с качеством? Во. Трек и клип на стрим, кто еще из кода стадил, сука? Шпана, самый бездарный. Блин! Они же точно, они когда делали клип, у них же вот это крутилось. Но я полную версию не слышала. Нормально. Снимали, я это видела как раз. Яру и Нализа Бебринам, спиздили уроки, все равно дочу на Мэрине. Я ж по мне уже давно смотрю, как варится говно. Я пиздатый. Воу-воу-воу, эффекты классные там были. Сквати обосу себе ебло. Не бухаю, но качаюсь, с милой девочкой играюсь. Бля, мой голос вертолет, детка, ща тебя ебло. Шпана, самый бездарный склад, мы будем делать грязь, но знается страна. Не, реальные эффекты прикольные. Кадр, конечно, был еще такое прям приближение. Почему он грустный? Обнимите его кто-нибудь, а? То, что раньше Каша, знаете, был такой тихий, домашний мальчик, ну, по крайней мере, это так выглядело. А когда появился сквад, они как-то начали гулять, куда-то постоянно ездить, вытворять что-то, ну, супер неординарное. И мне кажется, что Каша благодаря скваду как раз-таки и смог развиться. Ну и в целом, я не могу сказать, что смотрю все их стримы, но чаще всего смотрю в записи, что там вообще происходит. Не полностью и не обо всем могу знать, но в то же время за этим реально интересно наблюдать, что же будет дальше. И последнее, что я смотрела, это была встреча Каши и Ивана Зола, да? Очень прикольно, что ребята сделали нечто подобное. Посмотрим, будет ли выходить что-то в будущем такое или же нет, но мне кажется, что это вполне классно. А с тобой была Юмилька, спасибо за просмотр и пока!